следующий уровень. Его цель просто выжить. Нападение жуков жесточайшее на нас. Значит, даем команду острову двигаться. И надеемся на мощь моих пушек, которые будут лупить в автоматическом режиме. И на то, что я буду вовремя успевать чинить вот эти башни. А именно вот эту башню в первую очередь. Вот эти острова стражи, это теперь уже наши союзники. Как выяснилось, они добрые. Мы вначале были на стороне зла. Теперь мы на стороне добра. Они на нашей стороне. Следующую контрольную точку. Движемся дальше. А, нет, подождите, все, мы уже передвинулись. И теперь нужно держать оборону. Если быть точнее, то нужно успевать ремонтировать башни. Ну и просто понаблюдаем за тем, как все это происходит. Сам я брать на себя управление пушками не буду. Я буду заниматься только починкой. О-о-о. Остров наших союзников, к сожалению, разрушился. У нас есть еще два острова, которые на нашей стороне. Так, вот этот вот, а где второй? Должен быть еще один. Еще один он дальше. Я думаю, что пора дать команду на движение вперед. Нет, мы не можем двигаться вперед. По-прежнему нужно отбивать атаки. Что они там раздербенили? Они вообще раздербенили все на свете? А, ну в принципе раздербенили только навигационную башню. И мы ее тут же поставили на место и готовимся к обороне дальнейшей. В принципе, оно может и к лучшему, что они стреляют по каким угодно постройкам, но не по пушкам, потому что пушка, особенно из красного артефакта, это самое ценное, что у меня сейчас есть. Ее терять нельзя. Вперед мы двигаться пока не можем. Черти, что творится? Пока отбиваемся, кстати. Что рвануло? О май гады был. Рванул остров, второй остров союзников рванул. И мы остаемся... А, вот еще третий остров есть. Мы остаемся всего с одним союзническим островом. Чиним. Главное не забывай вовремя успевать чинить. Они долбят, а мы чиним. Ой, май гад, что происходит? Черт возьми, они разрушили пушку. Но эту пушку восстанавливаем. Попробуем ее сразу поставить. В принципе, энергии должно хватить. Ставим тут же на место. И готовимся к следующей атаке. Все постройки целые. Все удары пришлись на эту несчастную пушечку. Готовимся к следующей атаке. Ветряк работает. Чиним. После каждого удара выстрела чиним эту несчастную пушку.
Самое главное — успевать вовремя чинить. Жуки рванули. Заметьте, я даже жуков-то как таковых и не вижу. Хотя их тут очень много, они атакуют. Почти все время мы смотрим только на пушку, которую нужно отремонтировать. Сейчас нужно просто дотерпеть до того момента, когда выскочит сообщение, что появилась следующая точка навигационная. О, слушайте, она уже появилась. Вот и все, мы продержались, миссия выполнена. Да, это так. Поплыли дальше. И даже, смотрите, остров союзников мы защитили. Что очень удивительно. За место энергоблока, я думаю, поставить... Нет, мы уже поставить ничего не успеем.